кофейку бы сейчас выпить. Нахер! Так на чем мы остановились? М-м-м. Точно! Мы тут обсуждаем откровенное интервью Лизы Касан с Чао Юньчжу. Откровенное. Ну и фарс, правда, Стив? Пико стоило прорекламировать его так. Величайшие корпоративные шлюхи мира сцепились в бешеной схватке, выясняя, кто из них лучше удовлетворяет извращенцев из мирового порядка. Позвольте пояснить, как я отношусь к Касан. Несмотря на то, что мужская часть населения от 18 до 35 лет считает ее очень сексуальной, ее необходимо уничтожить. Она не случайно такая трахабельная. Это лишь еще один способ вас зацепить. О, Элиза, ты такая секси, прошепчи мне на ушко еще какой-нибудь вздор. Слушайте, мы подали запрос на личную встречу с Элизой. Мне хотелось спросить у нее, кто на самом деле стоит за Пиком. Ага, сейчас. Это все равно, что просить Папу Римского принять участие в гей-параде. Послушайте, друзья мои, 95% из того, что вы видите по телевизору, либо сплошная ложь, либо неприкрытая попытка вас отвлечь. Это давно всем известно, но почему-то до вас, народ, это никак не дойдет. Подумайте над этим, детишки.